И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Тучка, Кисть, Мюга-Буга, Дэн, Курикс, Госдума, Гусеняк, пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Привет. Так, всем здравствуйте. Сегодня мы скачали очень классную карту Лабиринт. Это самый маленький лабиринт, который я на самом деле видел. И Сони, который будет защищать оружие. Если пойти кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Я иду, я рискую, пацаны. Вот он стоит. Вот он. А, тихо. А, блин, он меня схватил. Пробежал. Молодец, красавчик, ребята. Ну что, первый раунд сейчас будет очень легкий. Ну, для нас. Взял. Да. Отлично, молодцы. Есть! А вот теперь я выхожу на охоту. Так, пацаны, я иду к вам. Вон на этом, на крыше. Блин, лабиринт такой стрёмный. Мало места так в нём. Никуда пацаны, не деться, не пробежать. А, слышу, как пацаны берут оружие. Молодцы. Так, тупик. Тупик, возвращаемся. А, вот он. Вот ты, крысёныш. Щенок. Опа, он стал невидимым. Так, внимательно чекайте. Блин, может лучше отпрыгнуть отсюда? Да, сейчас он тебя убьет. Я прям что-то вот чувствую. А, я, кажется, видел следы. Вон он. Вот там наверху. Он наверху? Убивай! Да. Я иду к вам. Молодцы, пацаны. Не дали мне даже половину жизни вынести. Да. 6000 жизней. Будет очень сложно, пацаны. Мы должны справиться за пару минут. Мы лучшая команда? Да. Вперед, мочить Соника! Он меня убил. Проходи. Бегите. Молодец. А, смотрите, как он тактику выбрал. Он теперь стоит в вышке самой. Так, ну один из нас, я слышу, взял оружие. Блин, ну беги, ну как ты меня схватил? Жопа ты такая, блин. Так, давайте с этой стороны подойдем. Ого, ему голову оторвало. Видели, как руки торчат? Он в башне? Он прям в башне стоит и не дает нам никак зайти и мочит нас. Давай, убивай его тогда. Так я не могу, он в башне. Ты видишь, что он делает? Одни ноги вонючие. Ё-ё-ё, смотрите, голову поотрывал пацанам. Так, как ты это делаешь? У него дистанция просто гигантская, близко нельзя подходить. Так. О, оружку взял, красава, так я спрыгиваю, делаю красивый прыжок. Есть. И мы не идем туда вниз. Ой, я могу через портал так пройти? Нет, надо только прям зайти в него. Блин, смотрите, как рвет голову. Извините, одни за одним. Я не хочу вас... Так, и у Тучки уже есть оружие. Ты красава. Давай, потихонечку выноси ему жизнь. Так, еще один прорвался. Молодец. Извините, что я вас мочил. Да блин, не смог пробиться никак. Так, давайте в этот зайдем. Чпоник с этой стороны. Ты его видишь? Где он? Отлично. Бегите. Все, берем оружие. Он где-то спрятался, он заныкался. Невидимый. Он режим крысы включил, пацаны. Буду же дробаша его мочить. Его слышал. Где он? Я его тоже слышал. В лабиринте где-то. Прямое включение, он в канализации, сюда все. Да? Прыгаю. Я слышал. Блин, Тучка, будь внимателен. А он там внизу? Да, он там. Не прыгайте. Вижу. Ладно, видите? Давайте. На раз, два, три. Он не сможет нас убить сразу всех. Раз. Два, три. Погнали, Дим. Поехали. Тут. Вот это банда у нас. Нифига себе, здесь карта. Тут подземелье есть. В невидимости. Он тут где-то. Так, вот внимательно. Он сзади, вот где лестница. Он уже возвращается. Он хочет нас тут закрыть. Он не видит. А вообще можно штуку эту закрыть, крышку над нами? Нет. Вот здесь. Спустился к вам. Ах ты, блин, а! Да ну, застряли, спина вонючая чья-то. Так, у него ж не может быть вечно невидимость, правильно? Я его видел! Вот он! Фонариком. Да, пацаны, включайте фонарик, вы увидите его тень. Я его видел также где-то. Ах, он крыса, вот он! Слышь ты! Гусанёчек, извини, я не хотел. Он поднялся наверх. Все, быстро наверх. Банда наша, самая мощная. Вот он. А, он стоит на входе, прям и мочит нас. Убивайте его. Блин, давай, жми его. Все, он вниз упал. Очень мало хп, давайте. А ну вы меня убили. У него много жизней? Все, убили. Нет, очень мало. Хорош. Третий раунд, у Соника 10 тысяч жизней. Пацаны, я надеюсь, вы готовы? Да.
Соник все сильнее и сильнее становится, поэтому мы должны быть готовы ко всему. Ну что, все быстро на вышку брать оружие, полетели! Его нету, давайте. Его здесь нету, реально? Да. Пошел. Так, ребята, у него какая-то тактика хитрая. А его нет. Пацаны, одно место, где он может быть, это в канализации. Пойдемте. Ого, здесь сразу видно была жесткая битва. Спрыгиваем. Жоп мешает. Где он? Он может дальше? Мне кажется, он дальше прошел туда. Пошли. Пойдемте. А делимся на группу. Тут как лабиринт идет. Так, там ничего. Тут просто круг. Надо в другую сторону идти. Я вижу его руки. Блин, он нас хочет запутать. Ого, а это что здесь? Пацаны, он тут. Он меня схватил. Хорош, молодец. Так, пацаны, вы его видите? Да, он тут отмочится. Если выключить фонарик, он нас не увидит, но и мы ничего не увидим. Ну так да. Есть такое, да? Ай, блин, по ногам. Новую ногу прострелили. Так, а что? Так я его не вижу. Он за нами охотится. Так, на стене можно будет увидеть его тень. А, слышу! Вот он. Вот он! Блин, опасно, опасно! Сжимай его! Он хочет вылезти, пацаны! Он вылазит! Стоять! Вылез? А чего я не могу тут вылезти? Тут мне что-то мешает, а нет. Только по мне не стреляйте, пацаны! А! Ну, хисьме угабуга, ну блин! Да. Ты где крупил права на автобус, особенно на оружие? Ого! Тут чувак валяется. О, висит. Так, он до сих пор здесь, что ли? Нет, он наверх пошел. Так, а куда эта лестница ведет? Давайте вылазьте, друзья. Вот он, пацаны, чекает люк. А, я теперь понял, куда он ведет. Есть, молодец, Дэн. Раунд номер 4. У Соника 20 тысяч жизней. И все оружие, которое у нас было, я навалил все на вышке. Соник, ты должен справиться. Кто не сыт? Погнал. Стоп. Блин. Ой, он тут, снова мочит. Кто не сыт? Давай, кто идет? Он невидимый. Но он же стоит, его же видно. Слышь, ты хитрый очень. Ну фу, уходи. Так, кто-то у него 11 жизней уже отнял, 11 хп. Блин, как же пройти? Я его ручками бью. О, молодец, смочи его. Подвигай. Ха-ха, мы выхватили. Я помню эту фишку. Когда его бьет, можно в это время кулаками его бить. Я прошел. Я все собрал. Так, бери оружие. Давай в зеленый портал ныряй потом. И вот там вот сейчас сверху мы появимся и будем его мочить. Да ё-моё, мочи его. Отомсти за меня, ах ты хитрый. Мы же в башне. Мы прорвались, дай оружие, куда? А? Ну, да блин, да кто там свои воняя валючие эти кабаки навалил? Так, теперь нам пройти, стой, дай пройти. Давайте, быстрее, он где-то там. А он вон. Да тут валяется. А тут кто-то навалил трупы еще нам. Там уже нереально вроде, смотрите, сколько их валяется. Видите, она мешает. Пацаны. Обходи. Смотрите, он теперь, получается, стоит в вышке и никак не выходит, и как по нему попасть. Просто покинул бомбу, и он прям на меня свалился. Блин, только вижу, как падают тела наши. Да блин, да убейте его кто-нибудь. Вот это он жестко играет. Так, смотрите, он так где, чтобы урон не проходил, видите? Так, пацаны, берите кулаки. Может, он упадет? А что за скримерелла? Прикольно было. Да я его толкаю. Да блин, оружие, вот оно рядом, прям близко лежит. Лежит алмаз, не дать нельзя. Ага. Получается, только ты один успел оружие взять, да? Да, и блин, Госдума еще. Да нет, Госдума мне помешал. А чего не заходите в вышку заходить, как-то убивать его? Пока. Реально. Ну, заходите потихоньку снизу, мочите. Соник, на 5 рублей. Так, он невидимый, видите, но тень стоит. Есть, молодец! Красавчик. Так, уже у троих оружие есть. Сань, убивай его, пожалуйста. Хорош. Вот, отнимай жизни, отнимай. Где он? Вот он, да, блин, стоит. Ай! Да ну не крути бошку, она мне еще пригодится. Ха-ха-ха! Ого, пацаны, разошлись. Угоди, еще одного схватил. Так, я тоже бегу. Дай пройти. Ой, не надо пройти.
Ого, прям рядом здесь. Надо отступить. Так кто по ногам стреляет? Ого, псих. Да тут валяются эти, блин, надо поудалять эти трупейшины. А он пульсится этой кабах, видите? Все на эти встают и застреют. Здесь скоро гора будет лежать такая, что невозможно уже будет играть. О, удаляет кто-то, молодцы. Давайте. Ого, взрывается. Да блин. Так, где он? Опять схватил нашего. Мышки опять. Молодец, беги, 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 беги. Ай-яй-яй, опять стоит. Так, отлично. У нас теперь пацаны опять взяли оружие. Только ж не стреляй ядрами и тучка внутри. Так и я не уже не стреляю. А что ты делаешь? Ну, сон. Есть! Отлично! Я взял мощное оружие. Так, теперь надо попасть мне в зеленый портал. Вон он, вон он, вон он. Так, заходим. Да тут ядра! Блин, с портала ядро вылетело. Мы там с челиком красиво полетели вниз. А, пацаны, ядра, голова, ну не кидайте по мне. Ну я же свой, ну пацаны. Ядра. Ну не мочите. А у меня канализация. А с вами вообще реально играют? Что вы делаете? Вон он, воздума, обернись, скорее. Ух ты, ё-моё, ещё бы чуть-чуть не допрыгнул. Видели, как он попутался? Так, надо быстро стрельное что-то взять. Нет, это медленно стрельное. Во! Так, он в вышку идёт. Потом сейчас в портал зайдет. Так, я его видел где-то здесь. Так, сейчас он в портал будет зеленый, ждите. Или он к нам идет? Вон он, я его вижу, он там наверху, с другой стороны. Ах, он хитрый. Мочите. Он не сможет, мы его собьем. Видишь, когда мы стреляем от пули, он тормозится. Отлично, ребята, очень хорошая тактика. Соня, я вижу, все, тихонько слушаем, где он. Это вы психи. Да все, успокойтесь, мужики. Так, давайте смотреть вот так вот через фонарик, может мы его увидим. Вон он, вон он, вон он. А, невидимка кончилась, его да? Сбили. Ничего себе, вы психи, вы что такие меткие? Он у нас! А, ну нафиг! И давайте ему проходить просто. Во, а вот так вот. Упал вниз. Не отпускаем его. Так, слушаем теперь, где он. Вот это пацаны психи. Я тоже хочу поучаствовать. Просто обстреливание всей карты. А портал с этой стороны не видно. Прикольно сделано. Так, готово? Где-то в канализации. Вы думаете, он в канализации? Я залетел прям внутрь. Только что там, есть кто-то? Там наверху канализация, еще одна есть. Есть кто? Ищу его. А зачем ты стреляешь? Я думал, там кто-то есть. Назад, назад. Гусуняк, я вижу, ты хорошо умеешь пользоваться оружием. Я предупредил вас. Он тут, да-да-да, он в канализации. Блин, он нас специально сюда завел, теперь будут нас красиво мочить. Нет, помощь. Слышь, ты иди. Он опять в этой локации? Чего его сюда тянет? Вы психи, что ли? Ядра снова летят. Вижу. Видим. Надо его через фонарик смотреть. Где-то он лазит, а? Сюрприз кинул. Он может, кстати, уйти от нас. Он наверху, он наверху. Он не в канализации. А ты уже здесь, психопат. Как ты так быстро умеешь перемещаться? У него 106 хп, у него 106 хп. Вон он, вон он, вон он. Он меня... Я должен замочить его. Есть, убили. Воздума, молодец, с помощью меня ты смог его замочить. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока.